FFTV. Bad Body. FFTV. Bad Body. Привіт усім, хто дивиться нашу програму «Паті з FMTV». Я, Володимир Бірков, продовжую знайомити вас із шоу-бізнесом. Наступна героїня – відома грузинська співачка, артистка, актриса і просто вродлива дівчина, з якою я познайомився на конкурсі Євробачення. І говорю я про Софоні Джарадзе, з якою ми записали чудове інтерв'ю у Тбілісі. Сідайте зручніше, ми починаємо. Софи, начнем вначале говорить не о Евровидении, а о последних событиях. Последний раз, когда мы с тобой общались в Осло, ты говорила, что одна из твоих, вот есть у тебя мечта сняться в кино. Это недавно произошло, любовь с акцентом. Это я. Расскажи, как тебе было сниматься? Несмотря на то, что я очень много выступала на сценах театра, это было первое мое кино и первый опыт работы в кино с Резо Гигинеишвили. Мне было безумно приятно. Естественно, отличается от работы в театре, потому что там все, как бы в театре все утрировано, а здесь в кино происходит все жизненно очень. Поэтому в первый день, когда я снималась, естественно, были эти как бы театральные всякие движения и опыт. Опыт театра сделал свое дело, но мне было очень комфортно работать со звездами, которые со мной вместе снимались, и очень удобно было, и работа с Резо была потрясающая. Он настолько давал мне указания правильные, и что мне надо было сделать, что второй день уже, естественно, пошел очень хорошо. И потом я где-то неделю мы снимались в горах, в Грузии, и прямо так прошла эта неделя, что незаметно очень, настолько да, приятно и хорошо было работать. И потом уже вышел на экранах, и главные эмоции людей, главное, как они оценивают твое как бы участие, и ко мне приходили много писем, что всем понравилось кино. Главное, что все захотели после этого кино приехать в Грузию и посмотреть своими глазами, что здесь творится. Любовь. С чем тяжелым тебе пришлось столкнуться на съемочной площадке? Кроме того, что переход от театра в кино, как такому, как съемочному, с чем тяжелым тебе вот действительно пришлось? Наверное, вот это было самое тяжелое, что вот, сравнение театра и кино абсолютно, как бы, если сравнить, действительно отличаются друг от друга, но как бы тяжело, в принципе, не было. Из того, что я училась в ГИТИСе, как бы у меня образование актерское, то не было таких тяжелых моментов. Наоборот, мне было очень хорошо. Настолько действительно вот эта сама тема, что у меня партнеры были Артур Смолянинов и очень многие звезды, профессиональные действительно. Не было проблем, потому что я с ними работала, и как бы они мне давали поддержку большую. Сейчас есть какие-то предложения дальше, или снимать продолжение картины, или что-то новое? Есть предложение в России сняться в сериалах, но пока как бы обсуждаю это, потому что у меня сейчас акцент на карьеру мою и как бы певческую. Remember that your heart is holding on. Где
Где ты себя чувствуешь комфортнее, в музыке, в театре или в кино? Потому что ты, как творческий человек, объединяешь абсолютно, по большому счету, все. Рисовать тоже умеешь, наверное. Вот, где тебе комфортнее? Ну, честно признаюсь, что мне комфортнее в театре и в музыке. Поэтому, если это все соединить, получается мюзикл. Поэтому мне очень комфортно работать в мюзикле. И я еще во время Евровидения говорила, что то, что как бы моя постановка моего номера была со движениями, с танцами, которые мы как бы поставили на такую статическую, такую, то есть медленную балладу. Все, наверное, ожидали больше статику, чтобы я вышла бы и спела, и просто исполнила бы, и вдруг мы как бы сделали что-то отличающее как бы от статического выхода на сцену. Поэтому всегда там говорила, что вот опыт работы в мюзикле мне очень помогло комфортно себя чувствовать во время танцев и как бы движений и исполнения песни. Поэтому у меня был потрясающий опыт работать с французскими режиссерами, с таким, как Рида Бентфор, который поставил Ромео и Джульетту, который работал над многими мюзиклами. И как бы моя первая работа как раз вот такая большая была «Ромео и Джульетта». В 2009 году встречали Новый год в Батуми. После этого была традиция встречать Новый год в Батуми. И приезжал маэстро Хосе Каррерас. И тогда я исполнила с ним дуэт. И после этого дуэта ко мне, подошел тогдашний директор Первого канала и предложил мне выступить на Евровидении от Грузии. Без отбора, да. Ну, до этого был прецедент, когда Грузия выступала без отбора, Софо Халваши. Также первое выступление, то есть первый выход Грузии на Евровидение было с ней, с отличной песней. И как бы уже второй был такой прецедент, когда я выступала без отбора, но у нас был отбор песни. Я не знаю, помните ли вы, но было 5 песен, и мы в Грузии вместе с профессиональным жюри, люди выбирали смс-кой песню. Тогда и выбрали «Шайн». Я почему-то хотела исполнить балладу, и так совпало, что люди выбрали балладу, потому что я думаю, что всегда говорила, что в балладе лучше показывать все свои эмоции, и как бы и голос, и все можно показать вместе. Поэтому, хотя одна из песен моего любимого автора и моего друга Брэндона Стоуна сейчас входит в мою новую ту программу и в новый альбом. А поэтому мы сделали другую версию той песни «Call Me». Также сделали новую версию «Shine». Поэтому как бы все эти песни будут в новом альбоме.
Этот конкурс лучше всего ехать молодым исполнителем и менее раскрученным в стране или уже известным, популярным, со статусом и ехать представлять свою страну на европейском конкурсе. Как считаешь, вот действительно ты, как лучше? Действительно, настолько я говорила уже, конкурс такой непредсказуемый, что непонятно, что лучше для страны, представлять известных исполнителей или как бы новых. Но то, что как бы исполнитель должен быть с опытом уже как бы перед Евровидением, это 100%. Интересно, Софини Джерадзе относится к критике, конструктивной критике. Часто ли критикуют вообще тебя? Я думаю, что только критикуют. Поэтому уже спокойно отношусь. Очень много пишут. Газеты, журналы, иногда хорошие, но больше, наверное, отзывы плохие, но не по отношению к творчеству, а вы знаете, что Грузия маленькая страна, и все интересуются личной жизнью. Поэтому очень как бы иногда, вначале было, правда, как-то обидно, да. Честно признаюсь, было обидно, но как бы в последнее время уже не обращаю на это внимания. Tomorrow will bring even more. Доставляет удовольствие другим людям. Поэтому действительно очень нравится делать свое дело и как бы видеть счастливые лица после любого моего выступления, это будет концерт или мюзикл, неважно. Мне нравится, когда смотрю на людей, как бы им нравится то, что как бы я делаю, как бы в чем я принимаю участие. Вот это касается и мюзиклов, и всех моих выступлений. А то, что неприятные моменты в плане творчества, неприятных моментов нету, потому что каждый маленький момент, который входит в эту творческую жизнь, мне даже нравится. Это, наверное, как бы я еще не рожала, но то, что как бы когда мать видит ребенка, да, забывает про то, как это сложно было рожать. Да? То есть вот это и есть, как бы, как мой ребенок, это пока музыка моя. Поэтому я считаю, что все эти отрицательные моменты, когда выходишь уже на сцену и получаешь огромное удовольствие, это уже как бы все позади, и все, про все забываешь. В Украине грузинского нового посольства было открытие. Я тогда выступала и пела гимны двух стран. И я пела грузинский и украинский гимн. И тогда еще был президентом Ющенко. И когда господин президент ко мне подошел и как бы сказал несколько слов, он сказал по-украински. Он почему-то подумал, что я из того, что пела на украинском, как бы он подумал, что я знаю украинский. И это доставило мне огромное удовольствие петь ваш гимн и выступать перед народом Украины. И как бы хочу передать привет, пожелать успехов, процветания, счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Що ж, друзі, це уся музична інформація на даний момент. Заходьте на наш сайт fmtv.com.ua, слідкуйте за нашими новинами і побачимося з вами зовсім скоро. Бувайте!